Привет, друзья! Сегодня я расскажу о том, как играть полезные упражнения на арпеджио, или на бытовом языке арпеджио еще называют перебором. Вообще слово арпеджио, этимология происхождения данного слова от итальянского языка, переводится подобно арфе. И, собственно, сейчас я перейду к демонстрации этих пьес. Ссылочка на скачивание нот и табулатур будет ниже. Аллегро у нас используется перебор, где я играю палец П бас, далее палец третья струна, палец И, потом вторая струна, возврат на третью, первая, третья, вторая, третья. Данный перебор используется во многих песнях, но, например, песни «Там, где клен шумит». Там, где клен шумит над речной волной, опустил тот клен, в поле бродит мгла, а любовь, как сон, стороной прошла. Во втором этюде под названием «Ручеек» мы используем стандартное арпеджио. Шестая, третья, вторая, первая, вторая, третья. Я помню в свое время, когда подбирал Nothing for Matters группу «Металлики», там как раз был вот этот перебор. Сейчас я покажу, как играется вид арпеджио в третьем произведении, этюд Лео Брауэра номер 6. Сначала я извлекаю пятую струну, затем первую, вторую, третью, затем опять первую, вторую, третью, четвертую, далее вторая, третья, четвертая и пятая. И все это я играю с повтором, то есть цикличность такая получается. Итак, в первом произведении я использую следующее арпеджио, вот такое вот. Самое главное — добиться легкости в движении правой руки. А во втором этюде я использую стандартную пиму с возвратом. В последнем этюде у меня используется следующая конфигурация.